Всем здорово, друзья, с вами Спикер и мы в Форесте. Мы продолжаем свою охоту в The Форесте на новые постройки. И сегодня будем смотреть новые постройки в Форесте. Но сперва мне нужен кабанчик вот этот, который убегает. Оп, обалдеть, и он готов. Я реально научился хорошо стрелять в Форесте, и мне это нравится. Один выстрел, кабанчик готов, но если попасть, конечно, в сердце, либо куда-то в задницу, либо в глаз, то он будет мертвый. Хорошо, берем это мяско и идем уже смотреть новую постройку в Форесте от подписчиков, друзей или знакомых. Конечно, друзья, можете тоже написать в ВК и тоже сделаю обзорчик на вашу постройку. Только должна быть масштабной, интересной и много всяких плюшек должны быть, чтобы можно было посмотреть, критиковать и, конечно, возможно, даже и сделать какое-то замечание и что-то, ну, в принципе, неплохо. Это у нас, походу, мы находимся на острове, на втором, и справа от нас какие-то горы, слева у нас первый остров, и заходим, у нас тут есть сразу заход, такой спокойный, дверь, не думаю, большая будет дверь, но постройка, вижу, довольно очень большая, и заходим, и сразу у нас есть комнатка, комнатка с лифтом, у нас тут есть какие-то припасы, камушки, и не хватает здесь камина. Сразу критика, нужно тут поставить каминчик. По идее, ты пришел в зимние локации, взял кабанчика, принес сюда. Кабанчика бросил направо, слева ты взял, обогрелся у камина. Это будет красиво, уютно. В принципе, есть люстры, это освещается ночью. У нас есть какой-то лифт. Ох, май гад, вот это крыша. Обалдеть, реально большая крыша. У нас первый этаж, и находимся где-то прям... О-о-о, спокойно, я чуть не упал. Так нужно вернуться обратно. Друг мой, мы упали куда-то вниз. Хорошо, мы прыгнем отсюда. И теперь мы на крыше. Ух ты, жесть. Это был второй этаж. Мы походим по крыше. И тут никакой у нас нету дырки. То есть можно было залезть внутрь. А у нас тут есть лестница. Какая-то лестница. И можно спрыгнуть прямо туда. Нет, я хотел, конечно, смотреть первый этаж. А потом уже посмотреть. Можно взять как-то веревку. Ох, можно взять веревку и подняться. Ох. Мы в порядке? Мы в порядке, потеряли много крови, побежали все-таки на второй этаж. И посмотрим, что этот лифт означает. Сразу вижу минус. Минус, то есть можно упасть, разбиться, свернуть шею. И это, мне кажется, какой-то минус. Ну, хорошо, идем дальше. Возможно, будет дальше интереснее постройкам. Но минус есть. И мне это как-то не очень нравится. Я уже шею сломал, мы заходим снова на второй этаж. Тут нужно было сделать, наверное, какие-то колонны закрыть. Хорошо, первая комната у нас сразу... Ох, май гад, какая огромная оружейная. У нас тут есть бронь, можно взять эту бронь, одеть на себя. И вот у нас есть травяная бронь, видимо, у нас из шкурки. Нет, это из травы. Это из травы бронь, это не очень бронь. И тут просто есть голый мужчина. То есть идет сначала такой обычный, потом идет попроще бронь, потом уже посерьезнее, это у нас получается из костей. Также у нас есть современный лук, есть копье и есть сразу вижу мишень, в которую можно бросить это копье. Сейчас мы попробуем это сделать. Мы... Нет, не нужно... Другую кнопку нажимаем, и как интересно прицеливаться. Вот копье, кстати, не очень-то и люблю кидать, и не очень-то получается. Сейчас бросим, ух, походу в десятку. Не, всего лишь 7, да, всего лишь 7, в принципе, неплохо. Есть стрелы, есть косточки, можно даже попробовать из звука пострелять. Вот и звук у меня довольно смачно получается, и можно, нет, чуть ниже, расстояние довольно большое, и нужно гораздо пониже, оп. Кажется, десятка есть точно? Ох ты да, десяточка со второго раза, ох ты же, здесь мушкет есть, мушкет, мачете, все виды топориков и бензопила, есть бензопила, можно ее взять, конечно, и порубить уже, где у нас, а вот бензопила, друг мой, да, это действие, она работает, все в порядке, есть у нас бензинчик, возьмем снова лук, и стрельнем снова в десяточку и продолжим смотреть второй этаж. Итак, друг мой, давай-ка в десяточку. Оп, довольно неплохо. Хорошо, идем дальше. Что у нас? Мачете, мушкет даже есть. Есть мушкет. Интересно, а есть на него патрончики? Сейчас мы это дело проверим прямо на мишени. Не, патрончиков у нас нету. Ну хорошо, мы выбили десятку. Нет, 9 выбили, в принципе, неплохо. Идем дальше. У нас тут второй этаж продолжается. И тут у нас балкончик. Такой миниатюрный балкончик, где видно всю крышу первого этажа. И тут все, что ли, тупик. Здесь получается тупик, но сделано, кажется, не очень. Для чего-то осталась вот эта дырка, интересно. Хорошо, это, видимо, у нас колонна снизу будет такая. Мы идем дальше, у нас балкончик, еще один балкончик. Ох ты жесть, сколько тут будет перьев. Когда птички сюда прилетают, по идее, будет мясо и будут много перьев. Ну-ка, секундочку, возьмем, наверное, лук и посмотрим. Подождем птичку какую-нибудь. Я хочу сегодня кого-то еще пристрелить. У нас также есть тут шкурки. Шкурки, видимо, у нас
кроличьи. И можно сделать уги. Уги сделали, одели, пошли в зимнюю локацию и там, наверное, поохотили. Поохотились, либо на нас поохотились. Какой тут вид, обалдеть. Форест как на ладони. Да, вид, конечно, потрясающий. Виден весь первый остров практически. Тут тоже у нас прекрасный вид. Тут у нас горы видно тоже чуток. В принципе, неплохо сделан балкончик. И мне нравится. О, мне нравится, что прилетела птичка, а не разлетается. Ну, кстати, перьев довольно много будет. Есть, конечно, птичек будет много. Опа, готово. Можно птичку собрать. Где наша птичка? Птичка готова. Есть еще одна. У нее белая грудка, довольно симпатична. Но извини, птица, это Форест, и мы выживаем тут. Нормально. Есть еще красная. Пускай живет, пускай летает. Либо уже долетала здесь. Просто долеталась она и все. Хорошо, у нас есть люстра, значит, ночью здесь довольно не темно. Тут у нас просто проходик. Проходик и все. Это и весь второй этаж, в принципе, неплохо сделано. Мы идем уже к лифту и будем спускаться на первый основной этаж. Давайте посмотрим, что у нас на первом этаже и насколько там сделано качественно. Так, я вижу сразу уже камень. Все сделано из камня. О, там довольно неплохо. Там сразу есть бар. Тут у нас есть бар, оружие уберем. Можно так присесть и сразу заказать. Пожалуйста, два скотча. И у нас, конечно же, большой бар, где много всякого напитков. У нас тут есть пепсико, таблеточки на всякий случай, добавить колеса. К напиткам нужно добавить, конечно, колеса. Так, у нас сверху тоже есть, и тоже можно, кстати, забрать. Да, можно забрать и сверху. И тут у нас какой-то большой ресторанчик, обалдеть. Ну, в принципе, неплохо. Тут у нас можно пройти. Да, можно пройти, тут можно усесться так и уже, конечно, побазарить с барменом. Идем дальше, у нас много скамеек, у нас столики тоже есть, тоже можно сюда присесть, а там походу у нас бассейн, ну-ка секундочку, мне прям не терпится посмотреть. Тут у нас в виде бассейна сделано, а вот эта фигня походу лишняя тут. Тут спускаешься и сразу ударяешься, вот в чем беда. Ну, в принципе, можно прыгнуться, даже прыгнуться невозможно. Интересно, как пройти? Тут у нас есть, по идее, рыбка. Интересно, а можно рыбку охотиться с помощью лука? Сейчас мы это, друзья, узнаем. Есть вот рыбка, мы целимся в нее, оп. Ох, друзья, обалдеть! Ни разу не охотился на рыбок с помощью лука. И, кстати, можно забрать, да, эту? Да, ее можно забрать. Вот это найс. Я даже и не знал такого. Интересно, где еще одна? Мне нужно еще раз, конечно, проверить. Вон есть рыбка. Вон желтенькая, очень далеко. Оп! Но я даже не понял, убил. А вот ко мне желтенькая идет. Ко мне желтенькая. Сейчас попробуем ее тоже. Оп, готово. И сразу куда-то упала вниз. Можно, в принципе, это лягушки. Это у нас просто какое-то болото. О, всю рыбку забрал. Походу забрал еще и третью рыбку. Ну, в принципе, найс. В принципе, тут симпатично, неплохо сделано. Ну-ка, поднимаемся. Но вот эта коряга, она очень мешается подняться ровненько. Тут не покупаться, но можно поохотиться на рыбок и сразу их пожарить. И вот, друзья, можно вот тут жарить. Кстати, можно прямо отсюда, что ли, зажечь? Да, можно прямо отсюда зажечь, зажарить рыбку, которую мы поймали. Где наши рыбки? Вот у нас две рыбки есть. Можно положить и зажарить прямо отсюда. В принципе, симпатично сделано. И, кстати, я вижу впервые, чтоб так сделали. Типа у нас мангала сделано. Зажечь можно еще один. Да, каждый можно зажечь. Так много народу пришли сюда, обогрелись, пожарили рыбку и ее сожрали, как и всегда в ресторане у нас происходит. Тут у нас есть довольно большой столик, сели, пообщались, рассказали, что интересно нашли, в каких пещерах мы лазили в Форесте и как дела и все такое. Сверху есть какой-то балкончик, но, видимо, по нему нельзя будет пройтись, потому что прям в колонну упирается. А колонна довольно массивная, смотрю. Внутри у нас есть свет и довольно прикольно освещается в ночное время, я думаю. Есть таблетки, потому что пришел сюда, наверное, поправить здоровье, поправил еще водички и, конечно, поел батончики. И тут у нас, конечно, есть трофейчики. Мне кажется, трофейчиков нужно было сделать гораздо больше. Сюда нужно было сделать акулу, здесь еще что-то еще, кролика. Можно кролика, кабанчика сделать и, конечно, антилопку. Наша рыбка готова и можно ее сожрать. Ох, нормально, сожрали. Нормально сделан, конечно, мангал. Довольно прикольная и интересная идейка. Бассейн тоже интересно, можно поохотиться, пострелять. Я больше рыбок не вижу, но, наверное, появится чуть позже. Хорошо, у нас есть еще второй этаж, у нас там тоже что-то есть, у нас там миска уже есть. У нас тут много дичи, есть рыба сушеная, и начинается дождь. Ох, сколько тут миленьких кроликов, обалдеть. Есть водичка, которую можно пить, попить. Сколько кроликов, ой, сипусь, беги, мой хороший, отсюда.
Интересно, можете отпустить в воду, и куда ты денешься? Так, вот так, прыгаем, прыгай в воду. Наверное, бедного кролика мы утопили. Вот какая огромная рыба есть. Огромная рыбка, сейчас мы ее подстрелим. Промахнулся. Но реально такая жирная, огромная рыба. Снова промахнулся, видимо, слишком далеко. Или просто невозможно. В принципе, у нас есть копье, которого у нас нету. Мы его не взяли. Хорошо, поднимайся на второй этаж. Тут у нас гости. Видимо, уже пришли местные аборигены, пришли прямо в ресторан. И нужно, конечно, их обслужить. Обслужим по полной программе. Это наш бармен, походу. Бармен, держи хедшот. Обалдеть, бармен пришел, видимо, в ненастроение. Да сдохни уже. Бармен мне не дал, конечно, то, что я заказал, и он сразу сдох. Прям между глаз. Отдыхай, не прям в рот. Закурил бармен. Да, друзья, не курите, курение вредит вашему здоровью. Хорошо, поднимайся на второй этаж. И что у нас? Там, по идее, должна быть спальня. Есть у нас где покушать, но где, негде где поспать. Там, в принципе, есть. Еще ребята бегают, бегают, кричать. Интересно, как он сюда забежал? Видимо, проблема постройки. Можно присесть сюда и, конечно, нас обслужат по полной программе. Тут можно было сделать много костей, таких довольно было бы устрашающе. Типа у нас элита находится чуть выше, а обычный рабочий находится чуть ниже. Это довольно прикольно. Хорошо, бармена мы убили, посмотрели постройку. А вот и акула, о чем я и говорю. В принципе, здесь он довольно прикольно смотрится. Так, у нас есть лифт снова. И тут мы посмотрели все. Да, тут можно, кстати, и поспать было. Где-то я тут видел у нас... Кто-то еще бегает. Ребята еще бегают. Где-то видел, тут у нас есть, может, где-то поспать. Я уже и забыл. Хорошо, друзья, это вся, в принципе, постройка. Мы посмотрели, есть на чем поработать здесь тут конкретно. И, конечно же, вы тоже напишите комментарии. Как вам эта постройка? И увидимся уже в других постройках The Forest. Ну, а с вами был Спикер. И до новых встреч. Всем пока.